перенести. Итак, Фрэнкло играет... Нет, будьте любезны, чтобы здесь. И уже сделал цвет, чтобы я вычитаю и читаю. Только так или так? Если переключить, чтобы было видно, тогда вам не будет видно. Хорошо, давайте оставим. Я могу сесть, но тут нет микрофона. Нет, все хорошо. Да. Итак, Фрэнк Ллойд Райт любил Восток. Те, кто знают хотя бы чуть-чуть о нем, знают также о его любви к Японии. Малоизвестный, но несколько малоизвестных построек Райта находятся и в Иране. Он был туда приглашен шахом и некоторое время пробовал там строить. В настоящее время эти постройки в большинстве своем руинированы. Ну вот что говорил Фрэнк Ллойд Райт о персидской архитектуре. Персидская архитектура была, говорит он, наверное, началом и концом высокого качества духовного. Чувство абстрактного как формы в архитектуре со временем утрачивая. И никогда это чувство более не возвысится над идеалами архитектуры. Покуда органичность, пародия слова для Райта, не достигнет своего логического и страстного выражения в наступающих годах. Немалые усилия Райта в конце 50-х годов были направлены на Багдад. Хорошо известен его багдадский проект. Но сначала я скажу о том, что еще ребенком, сказанное является немаловажным для проекта. Архитектор был очарован циклом сказок «Тысячи и одной ночи». Его детские пристрастия не ограничились воспоминаниями о волшебном мире арабского Востока. Одна из частей его автобиографии так и называется «Аладдин». Так случилось, что в 1957 году Фрэнк Ллойд Райт был приглашен в Багдад королем, которые уже начали застраивать небоскребами разные западные архитекторы. Молодой иракский король Файсал II и его просвещенный премьер-министр пригласили широко известного американского тому времени архитектора для строительства здания оперы. Однако в 1958 году в Ираке произошла революция, король и его семья были убиты, это знакомо. А проект Райта так и не был осуществлен. Ко времени приезда архитектора в Багдад там уже были возведены здания спортивных сооружений. Это сделал Ле Корбюзье. Национальный музей искусств сделан Альбером Арте. И многие другие здания, а чуть позднее появился и Багдадский университет Вальтера Гропиуса. А во дворе университета он или мисс Ван де Роэ, до сих пор это не выяснено, построили небольшую мечеть, поместив круглую в плане, поместили ее в воду. Она была окружена водой. В застройке обновленного Багдада принимали участие многие европейские архитекторы. Кроме того, они читали и лекции.
вел преподавательскую деятельность также в университете. Райт призывал не поддаваться коммерциализации, материализму западной архитектуры, превозносил купольные мечети иранского средневековья. В частности, в 1957 году он говорил следующее. Безусловно, искусство при скоплении большого количества людей, безусловно, искусство, архитектура, религия до сих пор являются душой каждой истинной цивилизации. Они суть элементы, предопределяющие жизнь этой цивилизации. Я думаю, что если вы намерены развивать свою собственную жизнь, она должна вдохновляться вашим великим духом прошлого. Призывал он, обращался он к архитекторам и инженерам Ирана. В июле 1957 года в речи перед студентами высшей школы Сан-Рафаэля архитектор сказал о своем проекте так. В настоящее время я счастлив строить культурный центр в том месте, где зарождалась цивилизация. Это Ирак. Перед разрушением Ирака там была прекрасная, круглая в плане столица, построена Харуном аль-Рашидом. Но монголы, пришедшие с севера, практически разрушили. Я добавлю, что разрушен был Иран и Средняя Азия. Ныне же в столице остались месторождения нефти, а иракцы обзавелись громадными деньгами. Знакомо, правда? Однако они в состоянии возродить город Харуна аль-Рашида. Они не делают этого, поскольку масса западных архитекторов уже повсюду настроили свои небоскребы. И они, похоже, намерены присоединиться ко всем этим разрушениям, которые проникли во все большие западные города. Поэтому мне кажется жизненно необходимым попытаться заставить их увидеть, как же глупо следовать этому за западному нашествию. Надо понимать, что в словах архитектора отражены в том числе его пристрастия, выработанные во время учебы у Луиса Салливана, центральным тезисом которого была формулировка «Форма следует за функцией». Он же, Фрэнк Ллойд Райт, применил к зодчеству уже известный до него термин «органическая архитектура» и подправил тезис Салливана, провозгласив «Форма и функция должны быть единым целым». Смысл воспринятых заветов, в том числе, состоял в разработке именно американской архитектурной школы, что должно было быть противопоставлено европейской школе архитектуры, ее влиянием и экспансией. Он радовался специфику региональной архитектуры, противопоставляя ее унитаризму, глобальной архитектуре европейцев. Именно Райту принадлежит честь раскрытия теоретического и практического смысла регионализма, что в настоящее время стало безоговорочным кредом для многих архитектур наряду и с противоположными тенденциями. Итак, багдадский проект, оставшийся последним масштабным и развернутым планом великого архитектора XX века. Замысел проекта явился Райту в мае 1957 года, когда он находился в Багдаде. Ему разрешили облететь Багдад на самолете с высоты птичьего полета. Он увидел остров, ничем и никем не занят. Посреди Тигра, реки Тигр. И находящийся практически в центре города. План созрел мгновенно после посадки и просмотра местоположения острова на карте. Остров находился напротив университета и, собственно, центра города. Это была удача. Однако, как выяснил Райт,
остров входил в число монарших владений. Следовательно, встреча с королем Файсалом была неизбежна. Король принял предложение Фрэнка Ллойда Райта благосклонно, с улыбкой и, накрыв ладонью очертания острова, сказал: «Он ваш». Скажем сразу, выбор места постройки отвечает традиционной инсуларности храма, островности. Удивительное совпадение, имеющее свое логичное и осмысленное продолжение последних шагов самого архитектора. Он не намеревался строить храм для Багдада. Однако, как мы увидим, все было сделано для того, чтобы трассирующий свет храма был прочно закреплен в его проекте. Райт немедленно по прибытии в США приступил к выполнению проекта Великого Багдада. Если чуть-чуть вот поднять, вы там увидите название проекта. Нет, не удастся. Внизу, вот, вы видите, да? Основной смысл проекта состоял в интерпретации древней истории двуречья, в результате чего был создан масштабный план проекта, под которым сохранилась посвятительная надпись самого архитектора. Вид сверху острова Идена и университета. План Большого Багдада посвящен Шумеру, Исину, Ларсе, Вавилону. Вавилон, Исин, Ларса, три царства на юге Шумера. План был закончен 20 июня 1957 года в Трелезине, то есть незамедлительно после возвращения в Багдад. Исторически Багдад, об этом нужно сказать, в связи с проектом, основанный вторым аббасидским халифом Аль-Мансуром, был связан с райской образностью в Коране. Город был прозван Мадинат ас-Салам, град мира. Имя Багдад является персидским по происхождению, с явной семантической окраской. Слово «багда» означает «бог», а целиком слово переводится как «богом данный». Багдад. Если по-персидски говорить. Еще ахеменниды разбили, ахеменидская династия персидская, разбили сады и застроили дворцами район Багдада. Это была ахеменидское и сасанидское время, это была территория Ирана. Европейские же путешественники легко называли Багдад Вавилон. Семантико-лексические и символические коннотации Багдада в понимании Райта весьма точны. Он много прочитал серьезной литературы за короткое время. Это обстоятельство и было использовано им со всей возможностью и ясностью, и концептуальной насыщенностью. Суждения архитектора обладали объемностью и столько архитектурного свойства. Райт опирался на данные Библии о четырех реках рая, две из которых, согласно комментариям, были Тигр и Евфрат. Сам архитектор описывал эту библейскую картину в связи с избранным им островом следующим образом. Сад Эдема, говорил он, был расположен на месте старого города Идена, который находился на берегу большого канала, протянутого между Тигром и Евфратом. Я полагаю, что размещался он в 120 милях к югу от Багдада. Именно по этой причине мы называем этот маленький остров, который накрыл ладонью короля, островом Идена. Райт исходил из того, что Багдад во время его основания был круглым в плане.
это обстоятельство было для него весьма существенным. Архитектор считал, что круг является одним из основных иконографических модулей. Райт писал также о том, что геометрические формы передают определенные идеи. Круг – бесконечность, треугольник – структурное единство, спираль – органический процесс, квадрат – целостность. В целом, архитектурный план для Фрэнка Ллойда Райта являлся абстракцией природных элементов, это его слова, абстракцией природных элементов чисто геометрических форм. Следовательно, это то, что мы должны называть чистым архитектурным планом. Важнейшее замечание архитектора. Такой план ничем не детерминирован. Он даже не положен в языке, ибо он чистая абстракция. Абстракция форм, имманентность, основополагающая будущие постройки. Или будущие. Круг или квадрат до тех пор остаются в языковой сфере, покуда они не обращаются в адетерминированную абстракцию, в чистую форму. Само же здание, которое зиждется на чистом плане, способно выдержать множество значений, смыслов детерминации. Об этом я говорил вчера. Как это бывает? Одним из примеров, я отвлекусь от проекта Райта, одним из примеров полифункциональной метафоры такого рода является небоскреб Фостера в Лондоне. Мы его все видели, по крайней мере. Чарльз Дженкс – это виднейший теоретик современной архитектуры. Пишет, что сам Фостер настаивал на многофункциональности своего здания. В форме вытянутого яйца, обусловленного в частности окружающей городской средой. Чарльз Дженкс называет это здание космическим небоскребом. Действительно космическим, пишет он, ибо он трансцендирует любые христианские символы естественной метафорой. Это книга Дженкса, знаменитая книга его «Iconic Buildings». Не зря в арсенале словесных образов Райта есть и такое выражение, как духовный катарсис, spiritual catharsis. К этому важнейшему аспекту мы вернемся более подробно чуть позже. Итак, круг лег в основание проекта здания оперы и университета и предусматривал круглую постройку с тремя взаимопересекающимися уровнями, что иконографически вновь напоминает спираль, позже использованную при строительстве музея Соломона Гугенхейма. Фигуры спирали легко прочитываются и в плане проекта, если можно дальше план. Так, ну это не план. Дальше. Вот в плане проекта. Если Райт мыслил здание музея Гугенхейма как храм искусства, то здание оперы в Багдаде он считал храмом культуры, собственно, культурным центром. Хорошо известно, что в театрах и больших оперных залах сохраняется след храма. Об этом писал много Ханс Зельдмайер. Его визуальный образ. Об этом писал Зельдмайер в «Утрате середины». Иными словами, имманентность форм,
храма всегда присутствует в названных секулярных зданиях. На вершине взаимопересекающихся террас, можно вернуть к первому, вот так, да. Возносится центрическое здание купольной оперы, служащее одновременно крышей для сцены и зрительного зала. Так, понятно? Видно, или вернуть первую картину? На крыше сферы архитектор надстроил ротонду, увенчанную шпилем, по периметру которой расставлены колонны. Вплотную к ротонде высится винтообразная вертикаль, нечто сходное с современной антенной, явный намек на вертикаль минарета. Архитектор называет эту форму мечом Мухаммада. Однако следует признать, что Райт создает индивидуальный образ, практически соизмеряя сферу купола, увенчанную скульптурной фигурой Аладдина с волшебной лампой и шпилем, и параллельно поставленную скрученную вертикаль. Спираль в целом и в деталях оставалась основной геометрической фигурой архитектора. Это еще один проект, воплощенный учениками проект Райта христианской церкви. Он был сделан в 50-х годах как проект, а в 70-е его ученики довели мысль метра до конца. Пожалуйста, дальше. У основания лежит не только багдадский проект, но и ряд довоенных проектов, где он уже использовал шпиль. Проект оперы Райта таким образом был опытом по несакральному освоению сакрального, по освоению духа культурной истории Ирака в рамках одного проекта, просто-напросто оперы. Весьма удобен для нашего мышления упрощенная формулировка Илиады, где он говорит о сакральном и профаническом. И это не было принято во внимание, такой ход мысли не был принят во внимание Райтом, даже если бы он знал об известной книге Илиады. Он нашел в проекте оперы пространственно-смысловые резервы для метафорического обозначения исторических и сакральных аспектов. В первую очередь, центральная ось оперы, теперь, наверное, нужен план. Оперы, если увеличить здесь, была строго ориентирована на Мекку. Здесь написано Мекка. Мекка. Во-вторых, для оформления ротонды над куполом оперы он использовал аллюзию на один из колонных портиков мавзолея сефевидского времени Казимия на западе Багдада. В профиле купола с ротонды угадывается скрытое цитирование известной исторической постройки. Райт был очарован зданием мавзолея, это было известно.
В нем упокоены два имама времен Харуна аль-Рашида. Вновь фигура Харуна аль-Рашида. Мавзолей также обладал особым значением для королевской семьи Ирака. Эти аллюзии архитектор закрепил минаретоподобным шпилем рядом с оперой. Мы убеждаемся в том, что функция архитектурного проекта претерпевает значительные изменения. Райт предпринял решительные усилия для того, чтобы проект Багдадской оперы перестал оставаться функционально однозначным. Оказывается, что светский проект функционально превосходит себя. Назовем нововведение американского архитектора функционально-семантическим сдвигом. Опера не должна восприниматься как собственная мечеть, хотя Райт говорил о том, что в здании оперы обязательно должны проводиться моления. Для этого он ориентирует оперу, я второй раз говорю, на Мекку. Опера строго ориентирована. Итак, опера не должна восприниматься как собственная мечеть, однако архитекторам было сделано достаточно много сил для того, чтобы следы мечети явственно ощущались носителями культуры. Это было новое слово в организации пространства. Оккультной симметрии, как говорил Райт. И таким образом он обозначал духовное единение природы и архитектуры. Отчетливый след мечети словно растворяется в единообразном пространстве сада и архитектуры. Если помнить первую картинку. Об этом я говорил вчера подробно. Сад и архитектура имманентно связаны. И Райт это понимал, поскольку до этого он много был в Иране. И вот, да, отчетливый след мечети словно растворился в единообразном пространстве сада и архитектуры. Этот след, именно след, в его терминологическом обозначении, оставался одним из драгоценных камней в россыпи других топосов, смыслов и образов. И вот что он говорит об этом. Возводить сегодня мечети так, как это обычно делалось, было бы выражением слабости. Это ошибка. Я продолжу сейчас его слова, но прежде скажу, что слова, его слова обращены ко всем, кто строит сейчас мечети, и не только мечети, однообразные, уподобляя их уже построенному давно не ими, не этими архитекторами, не этими заказчиками. Итак, это ошибка. Пытаться строить архитектуру прошлого с помощью новых научных методов было бы неправильным в принципе, говорит Райт. В прошлой жизни существовал некий дух, во всем свойственный духу древности, присущий также людям, которые несли его и которым этот дух принадлежал. Ложным является представление сегодняшнего дня, которое пытается сохранить прошлые свойства архитектуры, сохранить их любой ценой в строительстве для настоящего, которое, впрочем, и есть будущее. В общем-то, можно было бы закончить мой доклад на этом, поскольку основное я уже сказал. Но я продолжу. Композиционную основу проекта оперы составляют два слегка пересеченных круга. Пожалуйста, план. Вот. Вы видите это?
Казалось бы, это обстоятельство не должно обострить наше внимание. Однако мы должны быть внимательными. Именно такой была иконографическая схема первого антропосовского храма Гетеанума в Дорнихе, который построил Штейнер. Пожалуйста, дальше. Нет, это Багдад. Я не показал, извините. Это Багдад. Первоначальный был Багдад. Так, прежде чем пойдем дальше, на краю острова стоит фигура. Фигура с Харуном аль-Рашидом. Вот это вот и есть Гетеанум. Гетеанум в Дорнихе. Первый Гетеанум, в котором, кстати, в строительстве Гетеанума участвовали и Иванов, и только Иванов. То есть русские антропософы участвовали в строительстве. Теперь я несколько слов скажу о воззрениях Райда. Он был женат на Ольге Ивановне, которую звали все Ольга Ивановна, на Ольге Ивановне Гритценберг, по-моему. Извините, я должен справиться. Нет, пока я не могу достигнуть, то я потом вам на это найду. Она была антропософкой. Входила в круг русских антропософов балерина Мариинского театра. Оказалось, в Париже и вращалась в кругу Ле Корбюзье. Корбюзье тоже интересовался антропософией. В какой-то момент она переезжает в Америку и знакомится с Фрэнком Ллойдом Райтом, становится его третьей женой по имени Ольга Ивановна, под названием. Райт хорошо знал Гурджиева, его теории. Но нас в данном случае интересует не Гурджиев, а антропософия. Итак, Гетеанум. Подскажите дальше. Вот он. Каждый из кругов перекрывался куполом. Малый купол приходился на святая святых Гетеанума. Большой купол на его прямоугольное святилище. О парадоксальной возможности сположить два имени Рудольфа Штайнера, основателя антропософии, и Райта можно по фигуре венгерского архитектора Имри Маковца. Он был представителем органического зодчества, очень любил Райта и в то же самое время был близок к Штайнеру. И Маковец называл Штайнера и Райта своими учителями. Еще одним поклонником идеи Штайнера был Александр Родченко. Нет, это значит. Вот он. Это одна из композиций Родченко, как вы видите, в форме Гетеанума. Со Штайнером был связан и Кандинский.
между прочим. Известно, что Родченко одно время жил в доме Кандинского в Москве как раз в эти годы 60-е. Известна также творческая связь Родченко с Константином Мельниковым на Международной парижской выставке декоративных искусств в 25-м году. Они работали вместе. Назад, пожалуйста. Ага. Вот это дом. Дом двухэтажный. Да? Дом Мельникова. Их сотрудничество продолжалось и позднее. Когда Мельников строит на Арбате свой дом, основанный на знакомом плане, удивляться такому совпадению не приходится. Не утихают споры о том, что родилось раньше, храм или дом. Как мы видели, плановая основа храма рождается первой. Только за ней следует план того же самого Мельникова. И не только Мельникова. Можно задаться вопросом, откуда Райет мог заимствовать план Гедеанова. Ну, кроме Ольги Ивановны, его жены, которая постоянно приводила в дом антропософов, у Райта был друг его юности. Тоже антропософ. И Райт еще, когда он жил в Чикаго и работал у Салливана, он уже знал об антропософии в начале 20 века. Существует еще один возможный источник, хорошо знакомый нашему архитектору. Известный Райту и всей Америке выдающийся изобретатель и архитектор Ричард Бакминстер Фуллер, вот, был также антропозор. Вот это одна из построек Фуллера. Но, тем не менее, точного ответа о происхождении идеи плана для проекта Багдадской оперы у нас нет. Однако мы располагаем достаточно прочными соображениями для того, чтобы говорить определенно. План оперы Райта являлся своеобразным генотипом хорошо известного храма антропософов Гедеанова. Мы говорили, что Райт строил не мечеть, но многое было сделано для того, чтобы заказчик был уверен в латентном присутствии мечети в упаковке оперы. Нет ничего предосудительного, когда для плана оперы мечети американский архитектор обращается к плану антропософского храма, для тех, кто знает. Следует сказать еще раз, Райтсон создает проект нового типа сакральной постройки, новый тип мечети. Именно поэтому он обращается к храмовому плану. Архитектор институционализирует свой замысел. Здание оперы, если бы оно было построено, было полностью готово для обращения его в мечеть. Латентное присутствие мечети в оперном здании не скрывалось Райтсоном. Однако существует еще один немаловажный аспект самого факта возникновения этого плана и собственно логической структуры оперы. В багдадском проекте оперы отсутствует семантическая программа целого. С самого начала в проекте превалирует единый пространственный
и вневременной концептуальный образ сада. Я закончил. Значение.
мысль преобладала, и мысль давлела. Много мысли, различные векторы, я уже повторяюсь. Как вам кажется, вот сейчас в поисках нового православного храма удачных решений практически нет, либо это все-таки повторение лучших образцов, слабое повторение прошлого, либо я просто не знаю. Мне представляется, что эти идеи Райха могут быть независимо от вероисповедования использованы. Безусловно. Безусловно, но я напомню вам, что дело в заказчике. И наше пространство не обладает образованными заказчиками, институтом заказчиков. Богатыми людьми, которые могли бы обратить свое внимание на архитектуру. Собственно, все от заказчика и зависит, скажем, приглашение того же архитектора. На Западе сейчас есть мощные ребята. Они могли бы станцевать по-разному, если их пригласить. Но их не приглашали. Но заказчик должен очень тонко учитывать потребности людей, потребности будущей паствы. Потому что если сделать какое-то сооружение, которое не будет отвечать, скажем, религиозным потребностям, то оно вряд ли, так сказать, приживется. Ну вот почему-то во всем мире приживается. Как только здесь заходит речь о том, чтобы строить, скажем, мечеть, церковь не купольной, а в абстрактной форме, как тут же возникает проблема потребителя. Скажем, в Малайзии, в глубинке Малайзии возводится суперсовременная мечеть, и люди ходят. Ходят, заходят и отправляют молитву. И имамы входят. Это не значит, что они более образованы, нежели паства здесь. Может, они более раскрепощены и могут думать многоветно, так же, как Райка делал. В этом дело, в свободе дела, в свободе мышления. Как только тебя бьют по голове, говорят, что делать только так, начинают делать только так. И никак иначе. Рай, первое же его здание, храм в Чикаго, он его переделал. Он его сделал не похожим внутри на храм, не так, как строили. И пастор сказал, он прав, отлично. Вот я думаю, что в этом проблема. Проблема в том, что нет передач, скажем, по радио, по телевидению, о значении другой архитектуры. Уже сто лет, целый век по всей земле строится другая архитектура, а здесь все возникает.